Здравствуйте! В эфире программа «Город С», в которой мы обсуждаем самые важные события из жизни родного города. К сожалению, в последнее время его разрывают скандалы, связанные с банкротствами банков и компаний. Одно из громких событий – закрытие компании AZR Motors, которая представляла в нашем городе марку «Рено». У разбитого салона осталось более 90 человек, заплативших, но так и не получивших свои автомобили. В чем причина неожиданного краха компании и как теперь быть пострадавшим? Будем разбираться. А в студии непосредственные участники событий. Несостоявшиеся клиенты компании Ирина Львовская и Анжелика Наумова. В качестве эксперта в студии присутствует главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Самарской области Наталья Лобина. Напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Итак, давайте начнем с того, вообще, что послужило началом вашей истории. С чего все началось, как вы пришли в AZR Motors, почему и почему вот оказались в такой ситуации? Ну, давайте начну я, наверное. Да. Мы пришли 11 октября, то есть решили приобрести автомобиль Duster. Пришли, автомобиль стоял в наличии, стоял на виду, то есть нас устроила комплектация, нас устроило все в этом автомобиле. Соответственно, мы сказали, что хотим его купить, то есть внести часть наличными, а часть заключить кредит с Рено банком. Они сказали нам хорошо, то есть ПТС единственное, что у нас сейчас нет, оно придет с завода-изготовителя. Мы говорим, хорошо, то есть там нам сказали 3-5 дней такое исполнение, да, может быть, там, ну, неделю максимум. Мы согласились, внесли предоплату, заключили кредитный договор с Рено банком и ждали свой ПТС. Но ни через неделю, ни через две, ни по договору 50 дней, как у нас указано, данный ПТС не пришла, автомобиль нам передан не был. Далее начались более даже веселые, интересные какие-то ситуации, такие как Рено России появилась, которая нигде у нас не фигурирует, а в договорах, то есть с дилером у нас указано, что эта машина, то есть на нее не претендует ни третьи лица, да, она ни в залоге ни у кого и так далее. То есть появляется Рено России, говорит, мы завод-изготовитель, мы собственники данного автомобиля, нам дилер не заплатил, мы вывозим машину, то есть как мою, так и у многих вот моих потерпевших. То есть, с кем то есть их не смутило, что вы в кассу внесли предоплату за этот автомобиль? И кредит им перечислил, то есть банк, у нас есть платежка, все, что банк им в этот же день, как только мы заключили кредит, он сразу им перечислил все денежки и полностью уточню, банк платить. Перечислил AZR Motors или поставщику машины? Нет, он перечислил AZR Motors. Нет, AZR Motors. Да, он перечислил AZR Motors, да. То есть у нас есть это все как вот на их расчетный счет, с которого они уже должны были оплатить наш автомобиль вот заводу-изготовителю. Но этого не произошло. То есть, да, мы долго там звонили на Рено России, мы звонили в Рено банк, но нам никто никаких не давал абсолютно слов. То есть там каких-то там гарантий, только там писали гарантийные письма, что мы вам эту машину куда-нибудь отдадим. Это сам директор Калинченко Владимир Михайлович писал нам AZR Motors. Но в итоге Рено России в декабре вывозит наши автомобили, все, которые были не оплачены, то есть дилером. То есть всех наших потерпевших в неизвестном направлении. Потом мы узнаем, что в Тольятти у нас появляется договор вот этого ответственного хранения. А оттуда уже они вывозятся в неизвестном направлении. Хотя мы наложили арест судом на все эти автомобили. Практически был наложен арест. То есть опять же, уточню. Машины арестованы судом. Приезжают люди из Рено России, грузят арестованные машины на автовоз, которые находятся на ответственном хранении, и увозят. Неизвестно сейчас, куда. Сейчас скажу, секундочку. То есть, когда вывозили их из Самары, то они еще были просто как по договору принадлежали, то есть нам, да, то есть пока они еще не арестованы. Но как только они приехали в Тольятти, у нас там первый потерпевший наложил арест, мы об этом узнали, и все стали накладывать за ним, то есть по очереди, каждый на свою машину арест. А тогда они приезжают в Тольятти, грузят на автовозы эти машины, и уже арестованные машины в Тольятти вывозят по другим регионам, хотя нам говорят, что мы увозим на завод изготовитель. Но мы узнаем, что вот сейчас там наша, например, машина находится в Волгограде. Волгограде, да. Город, не помню, к сожалению, да. В Волгограде, то есть, находится наш автомобиль. Мы очень удивлены, хотя мы наложили арест, и регистрационные действия проводить с этим автомобилем уже нельзя. А у нас есть сейчас решение суда о праве собственности на данный автомобиль. То есть мы будем бороться до конца. Сейчас вот чего, что могли добиться за это время, да, то есть что сейчас органы активно за нас взялись, что правительство. А Рено Россия, оно вообще какие-то комментарии вам по этому поводу давало? Почему оно вдруг
арестованную машину, нарушая запрет суда, увозят? Ну, они как говорят, мы собственники, у нас есть ПТС, у нас мы изготовили... А, санкции, да, суда на, ему как-то... Нам, это... да, деньги, говорит, нам же не заплатил ваш дилер, вот с ним разбирайтесь, как они нам сказали. А при этом они говорят, вы в нашей, так сказать, такой системе не первый город, у нас есть там Архангельск, Ставрополь, там Минеральные Воды, ну, очень много городов, и там везде положительная практика в нашу пользу, в Рено. России, я имею в виду. А вы покупатели, то есть... А, вы сейчас назвали другие города, их да. Что, пять? Их пять, да. То есть их мы пятый, много, уже да. Город. Мы пятый город, да. У нас там Архангельск, Архангельск Минводы, нас назвал пятая колонна Рено. Пятая колонна Рено, да. То есть мы как бы стали такими людьми, то есть которые как бы потеряли какую-то там надежду, стали обращаться во все инстанции. Мы, то есть, в Рено России только слышим, что нам ваш принята там заявка, с вами свяжется специалист. Ответа нет. В Рено банк звоним, говорим, за что мы платим вам кредит, у нас машины нет, ничего нет. Банк нам говорит, это ваши проблемы, платим. Кредит, 5 лет, пожалуйста, вперед. А какой ущерб вам был нанесен? Ну, мы где-то внесли, то есть 727 тысяч, это в общей сложности с кредитом, то есть 200 тысяч собственными деньгами. Ну, плюс еще проценты по кредиту уже там накапало. Ну, да, там еще процент по кредиту, там еще 1200 за 5 лет там набирается. Ну, это как-то вот так вот там 800, mm-hmm. потому что Дастер стоит 740 тысяч. А у вас, Анжелика, какой ущерб? Ну, у меня получается около 600 тысяч. У нас был на Сандеро. Рено Сандеро, новая Сандеро, поэтому вот... Также... Вы угадали в новые цены уже, да? Или еще все еще по-старому? Вот можно я добавлю к Ирине, мы сейчас рассказу, потому что вот сейчас, если мы говорим с вами по ценам, то тут у Азер Моторс вообще очень интересная была схема, потому что когда мы приходили в салон, ценник, на ценнике указана была одна сумма, а договор у нас оформляется совершенно на другую сумму. И в итоге вот сейчас мы смотрим, по какой сумме передана наша машина официальному дилеру в Тольятти, там уже четвертая сумма. Mm-hmm. Поэтому в какую сумму мы влетели, ну вот по договору, если... То есть неплохо определиться вообще, по какой они цене машины продавали. Да, это, да, может, да. Может, уже бы за даром так? Да, бесплатно. Поэтому вот, если сейчас говорить по тем ценам, то вот... Наталья, к вам вопрос как к специалисту. Я, насколько помню по законодательству, если человек пришел и внес сумму полную за автомобиль в кассу автосалона, он должен получить сразу и машину, и ПТС. Да, или нет? Если 100% оплата, то он должен получить и автомобиль, и ПТС. И, то есть, значит, продавец должен продать за ту цену автомобиль, который указан четко на ценнике. То есть это как бы является, опять же, нарушением. То есть должен быть продан автомобиль по той цене, которая указана на ценник. А вообще, насколько я знаю, органы Роспотребнадзора очень любят дилеров Рено. К вам жалобы на них поступали, вот конкретно на АЗР Моторс? Да, у нас за 2014 год и вот за текущий 2015 год в управление Роспотребнадзора поступило 27 жалоб. В общем, на нарушение прав потребителей именно вот на данное предприятие. А не упомните, какие именно были нарушения? Да, нарушение, вот о чем сейчас говорила Ирина, именно то, что нарушение сроки поставки автомобилей за предварительно оплаченный автомобиль. Так же, как у вас ситуация, вы оплатили 200 тысяч, значит, есть определенный срок по договору, он был нарушен. У нас в адрес Роспотребнадзора вот именно непосредственно такие жалобы поступило 14 штук. По данным обращениям было заведено дела об административных правонарушениях. То есть, значит, уже есть 5 постановлений, то есть об административном правонарушении. Они, сумма, короче, штраф составила 50 тысяч рублей. Ну, что для них такое, это деньги, это понятно. Остальные находятся пока вот в работе. Ну, как выяснилось, вот. 50 тысяч рублей в их ситуации, это было как-то соломинка для верблюда. Ну, да. Вот остальные материалы, они находятся в стадии рассмотрения. А как развивались вот события после того, как салон закрылся? То есть вас туда не пускали, вас оттуда гоняли, не знаю, что происходило. Давайте, да, начну я, наверное, да, как, когда закрылся у нас салон, то есть мы туда начали приезжать, пытаться туда как-то попасть, но все, он был закрыт, нам пока никак не открывали, потом охранники стали открывать, принимать даже почту там и проверять, например, мы могли проверить, остались ли наши автомобили внутри.
к примеру, так как очень многие машины остались внутри, вот мы же представляем там не только свои, да, интересы, но и сейчас создали инициативную группу, где потерпевшие другие люди, и там вот их машины остались внутри салона. Это те машины, которые заложены в банках, в разных банках Самары, их ПТС заложены в этих банках. То есть схема была такая, что человек покупал автомобиль, пока есть срок, они закладывали этот автомобиль в банк. Либо сначала закладывали, потом продавали. То есть это были разные. Сейчас эти машины все стоят на территории, ПТС, то есть нету. Буквально у нас есть по оперативной информации, что и 38 машин сейчас. То есть, как следователь нам это говорил. Это вот здесь в Самаре. Да, это здесь в Самаре, на которых ПТС, то есть по которым находятся в разных банках. И даже есть в таком банке, который вот Волжско-социальный, которого уже нету, даже там есть одна из ПТС. То есть... Mm-hmm. И, соответственно, люди тоже как-то надеются свою машину получить, как-то ее... Как-то... Ну, я видел, снято на мобильный телефон, как гражданин ходит около автосалона. О, да. Вот моя машина. Да, да, и получается, что практически многие были так, вот их не, многих не пускают, а некоторых пускают охранники. Ну, если видеть, может быть, там, как настойчиво, не настойчиво просят, потому что когда настойчиво пускают, конечно же, проверить. И там нас перестали туда, вот когда он именно закрылся, да, поначалу пускать. Никто с нами не выходил на связь абсолютно. То есть кому бы мы ни звонили, у нас были телефоны главных там менеджеров Панарина Владимира, у нас там были там наших продавцов-консультантов, были номера юриста, номер даже Владимир Михайлович, то есть он на него отвечал до какого-то времени, он даже с нами встречался. Сейчас не отвечает. По этому номеру, да, сейчас он нам не отвечает уже никому, он уже сейчас, то есть и нам ничего не обещает, не встречается. Гарантийных писем он раздал много, по которым он обещал оплатить машину. Ну, конечно же, ни одно из этих писем не было удовлетворено, но были счастливчики, которые каким-то образом осенью, то есть вырвали хотя бы какие-то деньги, там 100 тысяч, 200. Да, то есть там кто-то даже машину получил свою, потому что у нас ПТС пришла каким-то чудным образом. Я, насколько помню, насколько мне известно, гражданин Калинченко в автосалоне практически отсутствовал, начиная где-то с середины ноября месяца. Андрей, господин. Да, господин. Гражданин. Он, конечно же, отсутствовал, да, нам говорили, что он отсутствует. Он сейчас в Москве, решает дела с представителями Рено по вашим машинам. Он сейчас в Москве решает дела с деньгами. Или вот буквально он сегодня улетел, завтра прилетит. Сегодня завтра, он встречает реношников. Да, Рено России, там сегодня ему некогда. Да, и то есть каждый день нам находили какие-то слова для того, чтобы сказать, что сейчас директора здесь нету. Соответственно, а кто с вами общался от автосалона тогда? О, ну, Панарин Владимир, да, Владимир. Заместитель начальника он отдела продаж. Он кем только продаж, не был, там, да. Мы даже не знаем его реальные его вакансии, которые, ну, его реальное трудоустройство, да, кем он там работает. Он представлялся у нас заместителем, потом уже там, директором, да, начальником отдела продаж, кем только не представлялся. И всем нам говорил, идите в суд, я вот вижу. Или, нет, поначалу он говорил, сейчас мы все уладим, мы найдем деньги. Ну, как они говорят, мы сами не знали. Mm-hmm. То есть о такой ситуации нам тоже каждый день объясняли, что сейчас вот мы найдем деньги, а мы доносили до вас информацию. Верить этим словам или нет, ничего не могу сказать, потому что как можно не знать, я вот, например, работаю себя на работе, я все знаю, где какая мышь спряталась, где не спряталась. То есть, да, и если я вижу, что какие-то тяжелые ситуации идут, то, конечно же, я тоже, ну, как-то предупрежу кого-то. У нас, то есть, не было ни предупреждений никого, ничего. То есть, наоборот, купите машину. Если люди не успевали внести, да, там, денежки, им говорили, вот-вот сейчас, вы давайте донесите, срочно надо донести. Или там снимут заказ с завода. То есть, до такого даже доходило. Люди бежали, доносили. Самое, что интересно, я прошу прощения, вот был вопрос, как они работали. 12 декабря вывезли машины, а официальный дилер продолжал свою работу. То есть он открытый был салон. 18 декабря, 19, 20 люди, жители Самары приходили в салон, выбирали машины, машины стояли, mm-hmm. вот теперь уже вот эти, которые заложены у наших коллег, по несчастью, в банке, люди выбирали, еще продолжали их, администратор ни слова не говорила. Молчала. Да, о том, что мы закрыты, мы не продаем. Нет, люди продолжали выбирать, и мы вот втроем там, кто дежурил, мы выгоняли людей буквально из этого салона. Потому что им никто ничего не говорил. А как вообще правоохранительные органы отреагировали на ваше обращение? Потому что, насколько я знаю, первоначально-то вас всерьез и не приняли. Да, нас первоначально серьезно не принимали, когда это было 1, 2, 3 заявления, как нам это приговорил прокурор Советского района, да, и как это говорили в органах. То есть 1, 2, 3 заявления, говорит, мы только начинаем там проверку,
А им раз машину выдали, или раз деньги. Ну и как бы уже нечего, да, то есть дело, то есть отзывается, да, там человек свое заявление отзывает, дело закрывается. Он говорит, потом там еще один, а когда вас стало 10, 20, 30 коллективно, и сейчас уже набралось там 72 человека, то есть это уже повергло как бы в шок, но поначалу органы говорили, что к нам пришли, уходите, идите в суды районные, зачем вы тут с нами? У меня тут есть ответ на запрос от Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области. О том, что возбуждено уголовное дело по факту неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности неустановленным лицом из числа работников ООО, занимающегося торговлей автомашинами. Ну, понятно. Да. Взятые на себя обязательства фирмы не выполнено, чем причинило гражданке ущерб на сумму не менее 450 тысяч рублей. А вот, значит, в полицию поступило 15 заявлений от граждан о совершении в отношении них хищения. Приблизительный размер ущерба составляет более 15 миллионов рублей. Но это данные на 10 февраля. То есть заявлений, видимо, мало поступило, или они не все учли. Но, просто насколько я помню, они, у вас 95 пострадавших. Да, всего на соответственно, 95. Ущерб более 100 миллионов, если я не ошибаюсь. Нет, у нас ущерб всего там миллионов на 20. Я вот так подсчитывала, сидела в среднем, потому что у нас большинство людей была предоплата 50, 60 тысяч, 100 тысяч. А, то есть там предоплата. То есть, да, это была. Половина где-то. А остальная половина внесла полностью свои средства. Вот 400 там тысяч, вот 300 даже там 50. До там вот самое максимальное я там видела 760, что ли. Вот такая вот сумма, ну, Дастер там уж совсем. Ну и, как я помню, понимаю, вы все-таки достучались до власти, смогли встретиться с Александром Хинштейном, и я сейчас предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Смотрим. Банкротство самарского дилера «Рено» компании «АЗР Моторс» может стать самым крупным за всю историю автобизнеса Самарской области. 95 пострадавших, ущерб на десятки миллионов рублей. История у пострадавших практически одинаковая. Они внесли деньги за автомобиль, но документы на него не получили. Многие видели свои машины в салоне, но забрать не смогли. Нет документов. Сотрудники автосалона, исполнительный директор Валентин Гудков и руководитель компании Владимир Калинченко долгое время просто водили клиентов за нос, обещая в скором времени отдать документы и машины. В итоге, когда в конце прошлого года у компании официально была отозвана дилерская лицензия и стало ясно, что деньги пропали, клиенты обратились в полицию, а затем и в суд. Я в конце сентября приехал, посидел в машине, все хорошо, внес сумму эту оставшуюся. И жду, значит, мне сказали 2-3 недели, ждите, ваш ПТС будет. В начале декабря, ну, я вынужден был написать претензию, на которую, конечно, ответа не получил. Хотел встретиться с директором, но его как никогда на месте нету. 12 числа приехали, мы видели, как наши машины увозили, там был это представитель с Москвы, все это. Но после этого, значит, мы вынуждены обратиться в суд, везде писать. В резонансное дело были вынуждены вмешаться сотрудники областной прокуратуры, главного следственного управления по Самарской области, председатель Самарской думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Была сформирована специальная следственная группа, которая уже на стадии предварительного расследования выявила факты незаконного использования денежных средств. Было принято решение забрать для расследования в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности управления МВД России по городу Самаре. Дело расследуется там. Значит, единственным генеральным директором и единственным учредителем ООО «АЗР Моторс» является гражданин Калиниченко. Он несет один полную ответственность за все события, которые происходят там. При тех первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятиях грубейшие нарушения закона, которые были направлены именно на завладение денежными средствами граждан, они установлены. Это я авторитетно заявляю. В настоящее время наряду с первоочередной задачей и целью расследования уголовного дела является возмещение материального ущерба всем гражданам, которые обратились в органы внутренних дел. В суде Советского района Самары находится ходатайство о наложении ареста на 38 машин, которые были найдены, а также на счета, здание салона и земельный участок, собственником которых является гражданин Калинченко. Депутат Александр Хинштейн, взявший дело под контроль, отметил, его основная задача – возврат средств потерпевших, и он будет добиваться этого всеми законными способами. Особенно резко Хинштейн высказался в отношении Владимира Калинченко, который, по словам потерпевших, поначалу даже обещал вернуть деньги,
деньги за машины, но потом перестал с ними общаться. Простая очень история. Значит, что касается Калиниченко. Ну, повторяю, сейчас вот телефон здесь у меня есть, довода оперативным путем. Сейчас будем с ним связываться, ему популярно объяснять. Есть семья его здесь, сын, вы говорите. Значит, мы создадим ему такие условия, невыносимые для жизни, при которых, поверьте, им будет дешевле заплатить. Потому что платить потом, ходить по судам, по адвокатам и на здоровье, когда он потеряет в следственном изоляторе окончательно свое здоровье, ему дороже это обойдется. По-хорошему не получается. Значит, получится по-плохому. Значительную часть вины пострадавшие возлагают на официальные представительства «Рено» в России, ЗАО «Рено Россия» и Банк «Рено». По их мнению, компания должна нести ответственность за своего дилера, от которой сейчас благополучно уклоняется. Более того, компания уже вывезла полностью оплаченные машины клиентов в неизвестном направлении, а некоторые даже успела продать. Представители ЗАО «Рено Россия» не вмешиваются в ситуацию, не помогают решать проблем и вообще предпочитают о конфликте не вспоминать. «Рено Россия» создала ненадежную свою команду. Это получается сейчас, что «Рено Россия» не ведет за ними наблюдения, нету никакой отчетности со стороны дилеров, получается. И «Рено Россия», ну, как собака на сене, наверное, и сама не продает эти машины, а позволяет их продавать дилерам. Но в другой же момент, как только им что-то не понравилось, они эти машины забирают. Ну, я считаю, что полностью вина «Рено России» здесь есть. Пострадавшие от банкротств автодилеров «Рено» есть в Архангельске, Ставрополе, Минеральных Водах и некоторых других городах. И в каждом случае граждане не надеются на помощь импортера и вынуждены бороться за свои деньги и автомобили самостоятельно. Ну, Александр Евсеевич, конечно, резок был в отношении гражданина Калиниченко. А, у меня к вам вопрос, Наталья. А Роспотребнадзор к этому расследованию привлечен или вы просто принимаете жалобы от конкретных граждан? Нет, Роспотребнадзор работает только по обращениям потребителей в рамках закона о защите прав потребителей. Поэтому к данному расследованию, естественно, то есть. А стоит ли пострадавшим, вот, которые сейчас уже подали заявление, участвуют в расследовании, обращаться еще и в органы Роспотребнадзора? Да, конечно. Мы составляем, помогаем составлять исковые заявления от неопределенного круга, поэтому, да, пожалуйста, обращаются с заявлениями, значит, город Самара, проезд Метелева 1. Вот. Либо также можно проконсультироваться по телефону. Значит, сейчас я могу вам 262-77-35 и 260-69-56. Также могут получить какую-то консультацию по телефону. Ну, вы потом визиточками обменяетесь. Да. А вы хотели что-то добавить? Да, я хотела еще даже добавить к данному видео, да, что там про «Рено» очень много России говорилось. У нас есть дилерский договор между «Рено России» и ООО «АЗДР Моторс Самара». Как вот у них в пункте 14.3 указано, если ненадлежащее исполнение дилером положений законодательства Российской Федерации или настоящего договора, связанных с рассмотрением требований претензий клиентов, повлекло необходимость удовлетворения требований клиента автофрамосом, то есть ныне «Рено России», то автофрамос приобретает право требования к дилеру возмещения всех расходов, произведенных автофрамосом в связи с удовлетворением требований клиента. То есть данный пункт говорит о том, что они как два гиганта, два юридических лица должны разбираться между собой, а покупатели, простые люди, не должны здесь страдать, да, от то того, есть, что говоря, они не могут они решить вопросы. Они должны рассчитаться с вами, а потом уже разбираться между собой. Да, даже не только рассчитаться с нами, а вот, например, как вот по моему мнению, да, то есть «Рено России» должно было оставить эти автомобили нам, например, да, и как-то повлиять там на «АЗР Моторс», подать на них там на банкротство, какие-то еще, да, там определенные, ну, да, когда там возместить себе эти убытки, которые они не получили. Но это у него, они все положили это на наши плечи, то есть на плечи обычных покупателей. Но причем мы остаемся без машины, без денег. Да, а они остаются, и «Рено Банк» мы платим, и «Рено России» наши машины забрали, и получается, они везде молодцы, а мы нет. А вот последние сфотки с фронтов какие? То есть Александр Евсеевич сказал, что все, всем крантец. Да. А движение есть какое-то? Движение есть очень активное от органов. То есть я езжу сейчас в УВД города Самары каждый день, встречаюсь со следователем, да, мы сверяем списки потерпевших и всех, и составляем там, у кого банки в залогах, у кого кредиты в банках, у кого что. То есть мы составляем эти списки, предоставляем, они решают уже данный вопрос. Так-то нам тоже обещали помещение, до которой, то есть, в котором мы сможем вести всю эту деятельность, распечатывать договора потерпевших и прочее. Это Фетисов Александр нам обещал, Борисович. Но мы сейчас
ним договорились, что вот мы завтра встретимся, данное помещение, то есть будет нам предоставлено для решения этого вопроса. Ну и органы стали очень внимательно относиться. И завтра мы отчет Хинштейну уже даем. Да, завтра мы уже даем отчет Хинштейну, а он уже далее дает ход. То есть какие-то назначает встречи, исходя из того, что мы дали. А Рено Россия не приглашает вас к диалогу? Нет, они нас никуда не приглашают. Про Кинель рассказывают. Единственное, да. Что да, они приезжали к одному из наших потерпевших на суд, то есть там трое аж представителей приехало и сказали, это наши машины, вы тут прекратите даже эту деятельность свою развивать. И, то есть, автомобиль вы все равно не получите. Предоставили договор, что их автомобиль уже где-то в Волгограде и, возможно, продан. То есть, хотя они арест вовремя не наложили, это тоже их вина, в принципе. То есть мы-то все в декабре уже наложили аресты на автомобили, то да, конечно. Меня, например, Рено Россия очень так хорошо отправляет по гастролям, как я называю, потому что даже оригинально, когда я там звонила по ПТС, мой оператор, который со мной работает, менеджер, она сказала, что, оказывается, ПТС мне выслана. Я начинаю там, естественно, шебуршить Азер Моторс. В итоге получается, что она не выслана. Дальше идет информация, что все машины увезли, а моя машина вместе с нашими двумя пострадавшими в Тольятти. Я еду в Тольятти. Поэтому там нету машин. Рено Россия нас чудит. Они, да, выдумывают, что не на есть. Они то говорят, что дилерский договор у них писал Калинченко сам. Я говорю, на французском языке. Я говорю, какой он молодец. Я говорю, французский язык, вот это ничего себе. И первый раз такое слышу, чтобы дилерский договор, то есть, создавался одним участником каким-то. Нам посоветовали найти родственника в правительстве у Владимировича Путина. Родственника. И тогда наш вопрос решится. Да, а так нам сказали, поэтому сейчас мы ищем выход на Москву. Ну, Александр Евсеевич у нас, конечно, уже есть, но еще сейчас мы с Ириной ищем выход все равно на Москву. И я думаю, что мы не только будем небрачными детьми Рено, но еще и... Наталья, вот, честно говоря, я подобных прецедентов-то вообще в Самаре не помню. Вы упоминаете что-то подобное? Происходило когда-нибудь? Да нет, такого вообще-то никогда даже не происходило. Это вообще нонсенс, конечно, это... Прям мошенничество, самое натуральное мошенничество. Ну, собственно, Александр Евсеевич-то и заявил, что 159-я статья. Да, она уже возбуждена, да, кстати, вот эти данные вот у вас сейчас есть. Самое натуральное мошенничество. 159-я возбуждена уже. То есть они берут предоплату и... Немножко, конечно, не по вашей стезе, это вот, ну, не знаю, что-то из области предсказаний. Вот насколько им будет легко свои права-то отстоять? То есть понятно, что суд, все дела, а... Чем это может кончиться? Для них? Ну вот, свои права, конечно, все вот пострадавшие могут отстоять только в судебном порядке. Только в судебном порядке, потому что Роспотребнадзор не вправе понуждать какой-то хозяйствующий субъект выплачивать какие-либо денежные средства. И это прерогатива суда. Угу. Поэтому, да, в данном решении этого вопроса нужно обращаться в суд, да, коллективно. Но, тем не менее, я полагаю, какие-то документы с вашей стороны им будут только в помощь. Конечно. Лишь конечно, да, потребители к нам обращаются, как я уже говорила, мы помогаем составлять им исковые заявления, вот, и также, ну, привлекаем к административной ответственности за нарушения, вот, которые я ранее говорила. Но это же, ну, просто это... Опять же, к вам как к специалисту, вы не упоминаете, ну, примерно, какие компании из работающих на нашем автомобильном рынке вот большим количеством нарушений отличаются? Да нет, вот не припоминаю, как бы проверяли самарские. То есть самарские... на слуху в основном дилеры Рено. Это самое, да, большое количество жалоб, вот. На данный момент. Вот как-то самарские автомобили, вот я непосредственно проверяла, там как-то анализировали договора, как бы нарушений вот таких вот не было, как вот в данном предприятии. Ну что ж, я надеюсь, что с помощью представителей власти вам удастся все-таки отстоять свои права, возместить все свои убытки, и очень надеюсь, что у вас все будет хорошо. Хорошо, спасибо. На этом все. Хорошего вам вечера. Будьте здоровы.